Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня мы с вами встречаем. Решил проверить одну акцию. Выгодно она или не выгодно, пока у нас есть акция X2. Я, получается, хочу купить вот такую вот машинку. То есть при покупке вот такой заработки вам дают, допустим, 15 кейсов таких вот. И вам дают еще 10 кейсов таких вот. То есть у нас получается 25 кейсов плюс 3 недели випки, ну и всякой мелочи. Поэтому будем покупать, пробовать. Ну и плюс подарок нам еще дают, еще бэху. Да, ну себе я хотел. Поэтому покупаем, проверяем. Покупаем эту. Так, отдел, да, давайте вот сюда выберем и покупаем вот это. Покупаем. Мафия. Давайте на Ниссанчик повесим. И мы получаем эту самую BMW. Так, это мы все разблокируем. BMW, Ниссан, 5. И давайте вот это. Разблокировать, все. В итоге, что мы получаем? Мы получаем 5, 10, 15, 20, 25 кейсов, как обычно, да, все это все правильно. И мы получаем нашу машинку, которая у нас Next Mobile. Вот такая вот у нас получилась машиночка. Ну а теперь нажимаем, получается, кейсы. 390, 300, давайте вот 399. Давайте вот с Дубая начнем. Открываем. Надеюсь, 10 точно нападает нормального. Угу. В принципе, я не удивлен. Обменять. Открыть. Мне бы сянчик второй. Я бы был не против. Ну, ой. Обменять. Что мы имеем вместо 8? Даже не бэха. Обменять. Так, у меня было 60 тысяч, если не ошибаюсь, на балансе именно. Ну блин, не, ну это не дело, как бы. Да, такое себе. Первые 5 кейсов себя не оправдали. Ну, нам дали еще 800 тысяч. Ну, такое все равно. Потом поехал 399, такие Mercedes. Вот такую себе взял бы, либо гелик можно. Но, увы, мне кажется, тут не будет ничего. Ну, как я и говорил. В смысле, он же мне... А, у меня другой, да... другую стрим. Давай 2 миллиона. Миллион? Нет. А то ипы теперь у меня на целый месяц. Да блин, да что такое? Вы серьезно? Мне кажется, на этих кейсах, которые вот именно с этой акцией, шанс выпадения вообще нулевой. Вот, видите? Даже голимый Марс такой не падает. Хотя больше шансов в дорогих кейсах выпасть. Ну это все самое херовое, все, что может было упасть. Короче, 2 кейса и ничего. Поехали в Германию. У нас, кстати, по акции найдет. Такое себе. Вот это себе бы я выбрал, конечно, последнюю машинку. Ну давай. Нет, да. Вот это хочу. Прикольная, кстати, машинка. Ну, сами, да, видите, то есть уже пошел, получается, такой 15-й кейс. И ничего. Да. Я, конечно, ожидал чего-то большего.
В общем, просто шлак падает с этих кейсов. Но остались самые дорогие. Давайте начнем со скорости. Гидра, ламба, ламба, ламба. А что смотреть, все равно типа ничего не будет здесь. Все равно ничего не будет. Я так понял, здесь эти... Да, такой шлак падает. То есть за 3400... Ну, не санкции, да, но хоть что-то. Так, разблокируем. Skyline, Silver, Next. Хоть что-то упало. Конечно, лучше бы Aventador. Ну, ладно. Спасибо и на этом. Да ладно. Да ну нафиг. Такого, конечно, я не ожидал. То есть это одна из лучших машин. Конечно, это лучше было бы, но это одна из лучших машин. Тут у нас... Тут у нас такое себе, честно говоря. Вертушка есть. Это есть. Ну, блин. Что-то награды не очень. Крылышки хочу, вот эти черненькие. Вот они прилетели. Давай 10 миллионов. Ага, нет, да? Понял. Принял, обработал. И... Такой скин есть. Сколько он обменяется? О, 0,400. Неплохо. Неплохо, неплохо. Блин, два Сиана проехала. Да, давайте на Винодор сделаем. Чё? Чё ж мелочиться? 10 миллионов хочу. И последний. Что же падает? О, ну хоть крылышки, которые я хотел. Так, итого у нас получается. Мы получили машину, которая BMW Next. Мы получили 2700 миллиона. Мы получили Nissan Silvia. И мы получили Aventador, да? Да, Aventador. В принципе, неплохо. Плюс у нас еще 2700, да? Машины, и у нас еще, не забываем, есть премиум на месяц. У меня там было 5 дней. Ну что, такая у нас акция. Выгодно, не выгодно решать вам. Я думаю, то, что я окупился. С тем, что я делал X2, плюс получил кейсы, тачки, деньги и все остальное. Типа, я думаю, я выкупил.